розыгрыш, пластиковая масса. Обезьянки, ослики, пандочки, собачки, зайчики. Красящаяся краска. Праздничная гирлянда на день рождения. 3 метра можно украсить комнату. Табличка на дверь. Для девочки моя спальня. Такая вот табличка. Набор бадминтона. Четыре предмета. Ласты для плавания. Вот такие, можно сказать, жестковатые, не мягкие. Игрушка бита и два мяча. Очень красивые надувные мячи, такие перламутровые, 20 сантиметров. Смотрите, какие есть розовые с оранжевым больше. Вот такие розово-красные, желтенькие, арбузики. Они еще с мордашками и синенькие. А это меч для фитнеса. Вот такие они бывают в наличии. И у нас они, по-моему, есть все. Вот и желтенькие, зелененькие, розовые. И даже синенькие там есть. И другой цвет. В общем, есть все. Мне нравится вот это зеркало. Есть в черном цвете и вот в белом. Хорошенькие, большие такие. Смотрите, появились спортивные сумки. $99 сумочка такая синенького цвета. Внутри без кармашков, без подклада, просто так, не знаю, сказала, $99. Такая вот сумочка, она плотная ткань, есть подклад. На подкладе замочек еще, кармашек, вернее, на замочке. Такая вот двумя ручками. Вот это прям хорошенькая. Это вот будет носиться хорошо. $99. Хорошая сумочка. Такая вот сумочка, $99. Сумка-папка для документов. Цвета разные, черные, синие, разные. Так, поход с товаром. Опять появилась яйцерезка другого цвета. Разделочная доска в виде, не знаю, кого, груши. 32 на 20, 33 на 24 такая. Можно сказать, жесткая, прям жесткая, хорошая. И вот посмотрите, какие есть расцветки. И красненькие, и зелененькие, и фиолетовые, разные. Симпатично. Такие вот доски. Но эти мягкие. 22 на 37. Не знаю, я к мягким не привыкла. Набор стаканов фрукты, 2 штуки, 240 миллилитров. Тарелочка детская. Смотрите, какие пиалы. Пиала бульонная, 750 миллилитров.
Смотрите, какая беленькая, с цветочком. А вот так, бульонница 500 миллилитров, 55 рублей, с розовым, с зелененьким, даже с рисунком есть. Затем смотрите, какие матовые с ручкой. Тоже коричневые, зелененькие. А вот посмотрите, какие красивые. Коричневые. Такие белые. Набор варежка и полотенце. У полотенца, я не знаю, на ощупь прям синтетика. 99 рублей. Покрывало 130 на 150. Разные расцветки. Кепка мужская. Темно-синяя, по-моему, да. Сзади вот такая. Обхват головы 56-60 сантиметров. Состав 100% хлопок. 99 рублей. Затем 55 рублей кепка. Так. Состав полиэстер. Это полиэстер. И вот такого цвета. А вот смотрите, какой длинный такой. Очень длинный козырек, 99 рублей. 56-61 сантиметров объем, обхват головы. И состав 100% хлопок. Такого цвета. Так, затем вот такая тоже с длинным козырьком. Желтенькая, 55 рублей. 56-60 сантиметров, бейсболка. Ну и вот такие вот они, цвет защитный такой. Потом голубенькие есть, оранжевые, разные. 55 рублей. Такие вот шляпки, 77 рублей. Такая вот мужская кепка, может и женская, это панама, написано спорт. 59 сантиметров объем головы. Такие панамы. 99 рублей. 100% хлопок. Панама женская. Такие 55 рублей панамы. И вот такая вот цветная полянка. Смотрите, какие разноцветные всякие, даже с пандочками. 55 рублей. Смотрите, какая симпатичная чашечка для кофе. И такая желтенькая. А вот целый прайд, саванна. Жирафики. Такая большая чашка с
цветочек. 55 рублей. Тоже симпатичная, большая. А это прям тяжелая-тяжелая. А вот смотрите, какие ирисы, что ли. Не пойму даже, что за цветок такой. На ирис вроде не похожий. Похожий. Симпатично. Зеленые и голубые. Тоже симпатичные. Удивительные чашки. Вот смотрите, с каким жирафом. Квадратная. Здесь квадратная, а здесь круглая. Давайте посмотрим, какие еще цвета есть. Такого. Вот такого. Носочки женские 36-41 с такими сердечками. Смотрите, беленькие есть, и зелененькие, и всякие. Расцветочки вообще разные. Хорошенькие прям. Они такие не сильно высокие. Они, можно сказать, низкие. Самое то. Расцветки вообще обалденные. А вот какие. С рюхами. Рюшечки такие интересные. 23-25, то есть 36-39 размер. А это махровые. Они теплые. Их не было. Такие вот, как медвежата, что ли, здесь. Странно. Вот носочки. Размер 36-41. Написано «хлопок». Тоже расцветочки разные. А это не пойму, слитки, что ли, цветочек такой, 99 рублей. Тоненькие, притоненькие, как слитки. Кому понравилось видео, подписывайтесь на канал, ставьте пальчики вверх и не забывайте жать на колокольчик. Совсем скоро будут новые видео. А я вас люблю, целую, пока-пока.